Работающие дети и подростки в Кыргызстане в основном вовлечены в сферу сельского хозяйства и торговли, сообщает Нацстатком. И почти все они из социально незащищенных слоев населения. Проблему детского труда проанализировали в Национальном статистическом комитете. Тему продолжит Канат Калиметов. 13-летний Искендер – самый старший в доме. Его семья приехала из Баткена, отец работает строителем, мама в кафе, рассказывает мальчик. Признается, денег, чтобы прокормить пятерых детей, у родителей не хватает. Поэтому он вынужден помогать семье. Таких работающих детей, как Искендер, по всей республике свыше 350 тысяч. Большая часть из них в возрасте от 6 до 13 лет. На Нарынской области зарегистрирован самый высокий процент детского труда – 39%. На втором месте Джалабадская область – 37%. Показатели Поволжской области на процент ниже – 36%. Если в 2007 году дети, значит, работающие дети составляли 32,3%, а по итогам 2014 года, значит, данный показатель составляет 27,9%. То есть уменьшается. Социальные работники констатируют, что, как правило, работающие дети из неблагополучных семей. Большинство из них убегают из дома и вынуждены сами зарабатывать себе на жизнь, потому что родители пьют, либо дома нескончаемые скандалы. В прошлом году наши специалисты провели 316 тысяч подворовых обходов. Выявили 108 детей, подвергшихся жестокому обращению. При этом мы стараемся максимально защитить права детей. Средняя зарплата детей немногим больше 4 тысяч сомов. Причем труд мальчиков оценивается на 1000 сомов больше, чем у девочек. Канат Калиметов, Нуркамиль Асанов, Общественный первый канал.